Итак, сегодня 16 октября, а это означает, что прошло уже более 3 недель с момента выхода новой iOS 11. Возможно, кто-то балдеет от нового дизайна приложений в iOS 11, кто-то бесится от того, что iPhone 7 стал медленнее работать и быстрее расходует заряд аккумулятора. Но мы приведем топ-5 фишек этой операционки, которые, по нашему мнению, заслуживают максимум внимания. Поехали! Дизайн нового App Store стал действительно красивее. Он смотрится минималистичнее, и это не минус. Его интерфейс от этого стал лишь понятнее. Теперь приложения и игры находятся в разных категориях. Благодаря новой вкладке «Сегодня» можно просматривать наиболее актуальные новинки среди приложений. Также изменилась визуализация и звуковые эффекты, которые мы наблюдаем при скачивании новых приложений. Такую новизну невозможно не заметить. Она даже поднимает настроение. Попробуйте сами. Еще хочется отметить, что плавность и скорость работы App Store значительно улучшились. Пока многие только узнают, как сделать скриншот на iPhone или iPad, другие уже давно используют эту функцию. В iOS 11 можно редактировать скриншоты сразу после их создания. Как только мы сделали скриншот, его уменьшенная копия появляется в левом нижнем углу экрана. Жмем на нее, она разворачивается, и внизу появляются инструменты. Можно вносить корректировки в виде штрихов карандаша, кисти или ластика, причем в разных цветах. Можно одновременно отредактировать 3 сделанные один за другим скриншота. Кроме того, в iOS 11 стало возможно записывать видео с экрана телефона. Возможно, не каждый использует приложение «Заметки» в iPhone, однако в новой iOS 11 им стало пользоваться намного удобнее. Теперь можно делать заметки в виде таблицы, добавлять фоны к ним. На таком фоне можно будет сделать зарисовку инструментами карандаш или кисть. Также нельзя не отметить, что в заметках появилась довольно удобная функция – качественное сканирование документов. Увеличилось количество инструментов для редактирования набираемых текстов. А теперь о самом главном. Вы готовы? Да. Наверное, каждый оценит ту фишку, что любую заметку можно будет заблокировать отдельно. Разблокировать ее можно будет только при помощи технологии Touch ID или Face ID. Второе место нашего рейтинга топ-5 фишек iOS 11 мы отдаем голосовому помощнику Siri. Он также значительно обновился в новой версии операционной системы, а главное, его женский голос стал менее машинным и теперь больше походит на настоящую женщину. Siri после обновления умеет переводить фразы на различные языки. К сожалению, пока не предусмотрен перевод на русский, но думаем, эта функция будет доступна в ближайшем будущем. Компания Apple усилила безопасность. Теперь Siri не разрешает производить набор номера телефона на заблокированном экране. Я думаю, истинным поклонникам Apple было легко догадаться, какую фишку мы поставили на первое место. Конечно, это новый, в очередной раз переработанный центр управления. Он стал более функциональным и красивым. На одном экране теперь располагаются все виджеты. Причем каждый пользователь может выбрать, какие именно он хочет видеть. Надеемся, что приведенная нами информация позволит вам принять решение о переходе на новую версию iOS 11. Жмем палец вверх. Как только их будет ровно 500, мы сделаем подробный разбор инноваций других iOS. Так что гоу-гоу-гоу. А теперь игра. Угадайте, что это? Да, это наушники. Ну какая конкретно модель? Подумайте хорошо, ага. Напишите в комменты. Первый угадавший получит 1 балл и возможность выиграть ценный приз. Ну а сейчас мы поздравляем Дэн СП. Он правильно ответил на вопрос в предыдущем видео и заработал еще 1 балл. Таким образом, он все ближе и ближе к победе. Посмотрим, сможет ли кто-то его обогнать. Подписывайтесь и смотрите другие выпуски. Почувствуйте нечто иное.